Первым сентябрьским утром в коррекционной школе-интернат станица Березанская на торжественную линейку собрались учащиеся, педагогический состав и почетные гости праздника. Я от всей души хочу поздравить вас с Днем Знаний, праздником 1 сентября. Вот уже и окончилось лето, и все наши ребята, отдохнувшие, загоревшие, готовы приступить к началу учебного года. И, конечно же, мы очень рады, что в этом году в наш теплый дом пришли первоклассники. Пусть их 5 человек, но мы ждали их с таким сердцем, с такой душой. Правда, ребята? И я надеюсь, что наш дом будет для них родным домом. Мы все для этого с вами сделаем. Давно ли мы с вами встречались на этой площадке? Нет. Встречая лето? Совсем недавно. И вот это лето промелькнуло. Но я надеюсь, вы хорошо отдохнули? Да! Окрепли? Да! Все подросли? Да! Ну, значит, можно смело идти в новый учебный год, набираться знаний. Хорошо будете учиться? Да! Ну, молодцы. Чего еще надо? За это я вам традиционно привез по мороженому. И нашим первоклашкам мы тоже приготовили небольшие подарки, чтобы они этот день надолго запомнили. Поздравляю всех с Днем Знаний, с началом учебного года. Здоровья всем и успехов! С трепетным волнением День Знаний встречали самые маленькие жители учреждения. Для них это начало нового этапа в жизни – школьных лет. В дружную школьную семью в этот день вступили 5 мальчишек и девчонок. С напутственным словом к ним обратилась их первый учитель. Я надеюсь, у нас с вами все получится. Вы вырастите большими, умными ребятками. Простите, пожалуйста, я волнуюсь. Будем мы с вами не только учиться наукам, но и вместе дружить. С гордостью советы первоклашкам давали и их старшие товарищи, выпускники, для которых этот День Знаний стал последним в стенах родной школы. Чтоб беседы на ковре были очень редкими, не деритесь во дворе, не дергайте соседку, будьте вежливы со всеми, старшим не глубите, всех быстрее на перемену, мчаться не спешите. Полюбите физкультуру. В жизни пригодится. Скорректировать фигуру, накачать вам мышцы. И запомнить всем вам надо. Силы, ум важнее. Вера, дружба. Вот что свято. С ними вы сильнее. По традиции завершилась торжественная линейка первым звонком, который ознаменовал начало нового учебного года. Право дать первый звонок на первый урок предоставился выпускнику школы Виталию Жугастову и первокласснице Александре Пресняковой. Также торжественно и интересно для учащихся школы прошел первый в этом году всекубанский урок «Краю 75 лет. Помним, гордимся, наследуем».